Здравствуйте, вы смотрите дневные новости на ТВ-21+, в студии Всеволод Краснов. Почти 2 триллиона рублей выделят из федерального бюджета российским фондам социального страхования. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства России. Кроме того, в повестке озвучили еще несколько социально важных мер поддержки. В конце апреля правительство продлило для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, отсрочку от уплаты страховых взносов. Бизнес может экономить, а значит направить деньги на заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства. Впрочем, чтобы снизить недополученные доходы, фонды обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования направят почти 1 триллион 700 миллиардов рублей. Что позволит обеспечить их устойчивость. Продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме. В России продолжают поддерживать и сотрудников медицинской сферы, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье больных коронавирусом. По инициативе президента России им дополнительно выделят более 10,5 миллиардов рублей. Деньги будут направлены на специальные страховые гарантии. Они предусмотрены в случае, если медработники заболеют, помогая пациентам. Более 70 юных северян приняли участие в первом в истории выпускном российского движения школьников. Ребята из 7 муниципальных образований встретились в стенах Мурманского центра «Лапландия». Самые активные и творческие школьники Заполярья выступают на одной сцене. Их всех объединило российское движение школьников. В зале, кроме учителей и тех, кто только хочет начать этот путь. Узнаю, да, поближе, чем же жили ребята, да, что интересного в их жизни происходило, что дало им РДШ, какие возможности раскрыло, и как они смогли сами реализоваться внутри российского движения школьников. Российское движение школьников существует с 2015 года. За это время его ряды пополнили более 2 миллионов девчонок и мальчишек. Каждый нашел в дружной команде что-то ценное для себя. В РДШ я относительно недолго, всего 3 года, но я счастлива здесь оказаться, так как я получила море опыта, знаний в организационной сфере, а также просто как участница я узнавала от своих преподавателей, наставников много полезной, ценной информации. Российское движение школьников объединяет ребят от 8 до 18 лет. Его деятельность направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей и организация досуга школьников. Кирилл Герпеняк, Татьяна Лежняк, ТВ-21+. А в Кольской ГМК завершается преддипломная практика студентов Мончегорского политехнического колледжа. Сотрудничество компании и учебного заведения – хороший пример партнерства государства и бизнеса, взаимодействия образования и производства в подготовке молодых специалистов. Полгода студенты Мончегорского политеха ходили в цеха предприятия почти как на работу. Им предстояло освоить на практике то, что до этого они знали только в теории. Для нынешних выпускников, особенно последних 2 лет, это первый опыт знакомства с реальным производством. У нас, получается, из-за пандемии мы не попали сюда на первом курсе. И вот, получается, сейчас первый раз. Все нравится, все устраивает. Коллектив хороший, продавщицы квалифицированные, всегда подскажут, помогут там. Под контролем, грубо говоря, их. Трудно себе представить, что принять студентов могли как-то иначе. Многие нынешние сотрудники компании тоже в свое время были выпускниками Мончегорского политеха. На практику в Кольскую ГМК пришла большая часть группы машинистов крана – 15 из 19 человек. 2 на производство не допустили врачи. И 2 оленегорцев предпочли свой город. К слову, тем, кто выбрал Мончегорск, компания еще и платила повышенную стипендию. Я когда рассказал там знакомым друзьям, они сказали, что мало, ну, вот, потому что ну там именно цех вредный говорили, но я всегда говорил всем, что ну, я сюда иду учиться, а тут еще и деньги заплатят, поэтому я сказал, что плюсов гораздо больше. Оценив все плюсы, студенты теперь непременно хотят в компанию вернуться, уже в качестве полноправных сотрудников. Интересно, что работать они хотели бы именно в том цехе и той смене, где были на практике. А стажировались они в разных подразделениях предприятия. Мы получаем диплом, и если забирают в армию, то, получается, сразу в армию идем. Если получится, что забирают на октябрь, на осенний призыв, то хотелось бы, конечно, устроиться сюда сразу, чтобы сохранилось место за свой.
чтобы после армии прийти уже полноценно работать. Конечно, будут рваться сюда, тем более, когда есть такие возможности получить потом высшее образование за счет компании, и работать здесь, и получать различные социальные льготы, выплаты, пособия и так далее. Партнерские отношения связывают Кольскую ГМК не только с Мончегорским политехом. Недавно, к примеру, компания пригласила на практику студентов Мурманского технического университета. А в сотрудничестве с МАГУ в Мончегорске готовит нужные для компании кадры с высшим образованием. Петр Широбоков, Илья Комлев, ТВ-21+. Тем временем в Мурманске состоялось открытие бюста почетного гражданина Мурманска, краеведа, лидера и вдохновителя поискового движения в Заполярье Михаила Орешеты. На церемонию пришли неравнодушные северяне. Бюст Михаила Орешеты, работы мурманского скульптора Александра Арсентьева, теперь украшает аллею перед областной детско-юношеской библиотекой в Мурманске. Мастер признается, не поддаваться эмоциям сложно, ведь он хорошо знал Михаила Григорьевича, считал его своим другом. Смотреть или пить человека, которого хорошо знал, ну, немножко, конечно, такое чувство, как бы щемящее, такое, кому поступало на горло. Ну, работа, ну, как-то пошло легко сначала, потом немножко было, ну, какой-то не ступор, но хотелось, чтобы совсем хорошо было. Война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат. Тысячи бойцов, защищавших нашу родину в годы Великой Отечественной войны, до сих пор ждут, когда смогут вернуться с фронта и обрести покой. Именно этой благородной миссии посвятил свою жизнь Михаил Орешета. Его жизнь была посвящена будущему. Потому что без памяти нет будущего. И это каждая семья, судьба, возвращенная история. Это бесценно. Михаил Орешета оставил глубокий след в жизни Заполярья. Почетный гражданин Мурманска, он награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медалью за трудовое отличие и множеством других наград. Всеволод Краснов, Кирилл Грапиняк, ТВ-21+. В Мурманске начинает работу театральный фестиваль «Арктическая сцена». В его программе спектакли местных постановщиков. А вот жюри состоит сплошь из московских критиков, драматургов и преподавателей актерского мастерства. В течение недели они не только будут строго оценивать работы конкурсантов, но и проведут мастер-классы. Афишу изучала Александра Клепцова. С одной стороны, «Арктическая сцена» — это конкурс. Оценивать постановки заполярных режиссеров будут московские актеры, критики и драматурги. Некоторые уже знакомы с северными традициями. Пьеса Петра Гладилина «Ботинки на толстой подошве» с 2020 года идет в Театре Северного флота. Я спектакль не видел, и я очень хочу посмотреть этот спектакль. И сделаю все возможное, чтобы когда-нибудь его увидеть. Слышал, что зал живет, реагирует, и спектакль живой. Петр, как и остальные судьи, останется в Мурманске на всю фестивальную неделю. В программе 9 спектаклей. В итоге жюри выберет лучшую постановку, лучшего режиссера и лучших исполнителей главных и второстепенных ролей. Первый показ достался Мурманскому областному драматическому театру. «Маскарад» Лермонтова призван задать настроение на все последующие дни. Мы должны с вами понимать, что фестиваль – это праздник искусства и никак не соревнование. Они успеют не только выразить свое мнение при оценке, но и дадут серию мастер-классов. Первый уже прошел утром 12 мая. О нем и других событиях фестиваля мы расскажем в следующих выпусках. Всеволод Краснов, Александра Клепцова, Сергей Расюк, ТВ-21+. В юбилейный месяц ТВ-21 проводит марафон добрых дел. В первые майские выходные мы помогли волонтерам фонда «Добрый мир» приготовить горячие обеды и накормить нуждающихся. Следующее доброе дело наши сотрудники сделали для Мурманского океанариума. Подробнее расскажет Лада Егорова. Мы продолжаем наш марафон добрых дел. В этот раз мы решили пойти в гости к самым любимым для мурманчан тюленям. Фили, Даши, Персику, Живи и, конечно, морскому зайцу Дику. Мы в океанариуме. Каждый день морских артистов начинается с плотного завтрака. Обитатели океанариума съедают больше 10 килограммов рыбы за раз. Ее нужно разморозить и нарезать на кусочки, чем наши волонтеры сначала и занялись.
Ой, какой поцелуй! Кто-нибудь сфоткал меня хоть, ё-моё! После кормления по расписанию уборка. Сперва нужно полоснуть помосты, на которые животные выходят из своих квартир. Как животные реагируют, когда ты к ним так в дом заходишь? Ну вот это хорошо реагирует, к тем не пускали. Это воды не боится, эту можно поливать. А сейчас мы чистим бассейн персика. Его чистят каждые 2 дня. Сегодня он не такой грязный, как обычно бывает, но все равно тоже вот уже тут собралось много чего. Моя задача – загнать вот эту грязь вот сюда, в канализацию. Тренировки – еще одно важное дело в рабочем календаре океанариума. Терять сноровку нельзя, даже несмотря на то, что свои трюки тюлени знают и исполняют уже долгие годы. Для нашей команды провели персональное представление. За последние 4 месяца это было первое шоу со зрителями, ведь океанариум закрыт с начала года. По новому закону здание, где он располагается, не соответствует нормам, и организация не может получить лицензию для работы. В таких условиях не только люди, но и сами животные скучают по полным залам, рассказывает тренер Александр Калинин. Они очень чувствительные животные, поэтому это необходимо. Это для них, ну, в природе они дикие, да? И кажется, что они и здесь дикие. Нет, они уже адаптированы под человека. Нет зрителей, нет и прибыли. А за животными ухаживать нужно в любом случае. Только на закупку рыбы в месяц уходит около 100 тысяч рублей. А еще, как минимум, нужно регулярно менять воду и следить за здоровьем артистов. Витамины B1, они производятся в Америке. Они стоили 500 рублей, сейчас стоят 1500. Буквально за месяц мы нажали. А в месяц, в год нам надо... Чтобы в этом году Филя, Даша, Персик, Жива и Дик точно не остались без необходимых добавок, наша телекомпания подарила им витамины. Без слов благодарности от морских артистов не обошлось. Следующее доброе дело наши волонтеры проведут в паллиативном отделении Кольской районной больницы. Что именно мы задумали, вы узнаете в одном из наших следующих выпусков. Лада Егорова, Татьяна Лежняк, ТВ-21+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции для ваших новостей 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш Telegram-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области. В Кандалакше облачно, плюс 9-11 градусов. В Умби немного прохладнее, до плюс 9. В Полярных Зорях 10-12 градусов выше нуля, облачно. Пасмурная погода ожидается и в Апатитах, до плюс 11 градусов. В Кировске около 9, возможен дождь. В Ковдоре осадков не ожидается, плюс 7-9 градусов. Зонт может понадобиться жителям Мончегорска. Здесь ожидается дождь до плюс 10. В Лавозере осадки около 9 градусов выше нуля. В Оленегорске плюс 8-10, пасмурно. В Никеле холоднее, до плюс 7. В Заполярном плюс 6-8, возможны осадки. В Североморске пасмурно, около 10 градусов выше нуля. В Мурманске ожидается дождь, воздух прогреется до 11 градусов. Такой прогноз погоды предоставил нам Мурманский гидрометцентр. А наш выпуск завершен. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи на ТВ-21+.